Всем привет! Это обзор на Toyota BB. Как вы помните, обещал. Давайте посмотрим коробку. Теперь глянем, что внутри. Так, собственно, остекление. Остекление, как видите, идет раздельное. Перед и назад. Фонари. Планки, скорее всего. По остеклению косяков пока не вижу. Хороший отвал, а вот косячок один. Видео будет видно, не будет. Следы от плитки. Так, это положим. Так, руль. Часть глушителя, торпеда, это я честно не знаю что, скорее всего какая-то обивка, сиденье, часть подвески задней, либо передней, не знаю, тоже часть подвески, сиденье, сиденье, как я понял, собираются тут. Отражатели передних фар, диски. Отражатели на зеркала заднего вида. Вот такой глушитель у нас похоже. Смешной. Трансмиссия. Все очень просто. Имитация двигателя есть в нижней части. Все довольно простенько. Так, вот. Самокат, что ли? Да. Этот ледник, ребята, это самокат. Это, скорее всего, задние тормозные барабаны. Спереди дисковые тормоза, сзади у нас барабанные. Там зеркала заднего вида. Это зеркало, это дворник, извиняюсь. Задние, это передние дворники. Так, это у нас дверные карты, юбки боковые, это скорее всего тоже часть от салона, передний бампер, задний бампер, решетка радиатора, номерной знак, почему-то один, а, ну все правильно, сзади в багажнике было. Сама, наверное, дикая клеится. Наверное. Не знаю точно. Так, резина.
материал для имитации ковров. Мягенький такой, на бархат похож. Так, здесь в наборе маски есть, слава богу. Давайте посмотрим, лекали. Я понял, тут либо вот эти клеить полосочки, либо огонь на губы. Они не факт, конечно, но я думаю, что так оно и будет. Давайте сам на модель посмотрим. Косяков пока попал. Отливки не видно. Пока не видно модель. Это либо с набором, либо мне бонусом положили. Нека краски ОП. Это сфотка. Смотрите, кому интересно. Неожиданно. Давайте смотрим инструкцию. Так, тоже мельком пробежимся по мне. Так, а вот это для ковров, да. Это как-то так получается у нас сборка. Так, как видите, колеса не поворачиваются. Вот как. Необычных моделях. Может, конечно, сделать поворачивающийся, но я все-таки попробую сделать, чтобы меня не устраивает поворачивающийся колес. Да, вот видите, самокат. Два варианта, либо сложенный, либо разложенный. Ребят, всем спасибо. Пока.